الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم به نستعين وعليه نتوكل وهو رب العالمين وهو نعم الوكيل وهو نعم النصير وأصلي وأسلم على حبيبنا وعلى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Телеканал Архыз 24 в очередной раз проводит трансляцию праздничной молитвы в честь окончания поста в месяц Рамадан в прямом эфире соборной мечети города Черкесск Карачаево-Черкесской Республики, имамом которой является Казим Хаджи Качиев, выпускник Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифа. У мусульман самым главным является пост Рамадан, который попадает на одноименный месяц. Он является обязательным для всех верующих. Пост в этот месяц – это одно из главных событий этой религии. Он является обязательным для соблюдения, а также одним из пяти столпов ислама. Об этом говорится в хадисе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. «Каля Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям». Буни аль-исламу валя хамс. Шахадату алля илляха илляллах. Ва анна Мухаммадан Расулюллах. Ва икам иссаля. Ва ита иззака. Ва саум Рамадан ва хаджуль байт. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ислам основывается на пяти столпах, свидетельстве о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – его посланник, на совершении молитвы, выплате закята, соблюдении поста в месяц Рамадан, на совершении хаджа, кто в состоянии это сделать. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказывается от приема пищи, питья, курения, греховных дел. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета, после утреннего азана и заканчивается после захода солнца. Также про Рамадан упоминается в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Каля Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям. Иза джаа Рамадан футихат абуабуль джанна ва гулликат абуабу джаханнам ва сульсилати шаятин. Когда наступает Рамадан, открываются врата рая, закрываются двери ада и заковываются в цепи шайтана. Суть мусульманского поста – это проявление своей силы воли над желаниями плоти ради торжества духа. В это время верующему необходимо сконцентрироваться на своем внутреннем мире, чтобы найти свои греховные наклонности и уничтожить их, а также раскаяться в тех грехах, которые совершены. Очень важна борьба с гордыней в это время. Чтобы искренне смириться перед волей Творца Аллаху, испытывая человека голодом и жаждой, дает человеку лучше понять тех, кто не находит еду и питье, в каком они состоянии пребывают, чтобы сытые, живущие в достатке, их лучше понимали, проявляли милосердие, смягчились их сердца. Также постящиеся путем воздержания от еды и питья, от всего греховного во время этого месяца и в другие месяцы, будет стараться воздерживаться от всего дурного, греховного и в другое время. Также говорится в хадисе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. «Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира ляху матакаддама мин занбихи». «Ва ман кама Рамадана иманан ва ихтисабан фи шахри Рамадан гуфира ляху матакаддама мин занбихи». Кто постится в месяц Рамадан с верой и безропотно, и кто молится с имамом из безропотно, прощаются ему все его предыдущие грехи. Целью же поста является полный отказ от простых человеческих нужд даже в самые жаркие и изнурительные дни. Это дает возможность мусульманам продемонстрировать силу своей веры. Пост мусульманина, чьи дела и мысли нечисты и небогоугодны, считается недействительным, потому что Аллах не нуждается в воздержании от еды и питья того, кто не оставил ложь. Мусульмане считают, что соблюдение духовного и телесного поста в месяц Рамадан чрезвычайно позитивно воздействует на их души.
В этот месяц мусульмане подходят к исполнению молитв более ответственно, чем в обычные месяцы. Читают Коран, совершают добрые дела, раздают садака и обязательную закят милостыни. Многие мусульмане, которые по каким-либо причинам перестают совершать намазы, чаще всего в этот месяц возвращаются к соблюдению этого поста ислама. Аллах в Коране сказал: «О те, которые уверовали! Аллах предписал и вам пост, подобно тому, как велел его соблюдать и тем народам, которые жили до вас. Соблюдая его, может быть, вы станете богобоязненны». Об этом говорится в суре Аль-Бакара в 183 аяте. Бисмиллахи рахмани рахим. «Я айюха ллазина аману кутиба галейкуму сияму кама кутиба галя ллазина мин кабликум ля галлякум таттакун». Месяц Рамадан, в который ниспослан был Коран, будучи руководством для людей и как разъяснение прямого пути и различения между истиной и ложью. Тот же, кто застанет из вас Рамадан, пусть соблюдает пост. Кто из вас болеет или же в пути, то пусть восполнит свой пост другие дни. Аллах хочет для вас облегчения, а не трудностью. Об этом говорится в суре Аль-Бакара в 185 аяте. Бисмиллахи рахмани рахим. Шахру Рамадан, аллази унзила фихи л-Кур'ану худан линнаси ва байинати миналь худа валь фуркан. Ваман шахида минкум шахра фальясум. Ваман кана маридан авгаля сафарин фагиддатан мин айами л-Ухар. Юриду Аллаху бикум л-Юсра валя юриду бикум л-Гусра. Каждое благое деяние вознаграждается от 10 до 700 раз, кроме поста, ибо он для меня, и я вознаграждаю за него, а пост – половина терпения, и вознаграждение за него превзошло все пределы определения размеров и счета. Клянусь тем, в чьей власти душа моя, запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее аромата мускуса. Аллах говорит: «Поистине оставил он ради меня свои желания, питье и еду. Пост для меня, а я за него вознаграждаю». Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Есть у рая врата, название которым Ар-Райян, врата утоления, в кои войдут лишь постившиеся. Им обещана встреча с Аллахом в награду за их пост». Он сказал: «Для постящегося две радости. Радость при разговении и радость при встрече со своим Господом». Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Сон постящегося – поклонение Аллаху. Не ведает душа, что скрыто для их из радости очей в награду за то, что они творили». Об этом говорится в Коране в 32-й суре, в 17-м аяте. Бисмиллахи рахмани рахим. «Фаля тагляму навсумма ухфия ляхум мин куррати агьюни джаза абима кану ягмалюн». Сообщили, что кто-то сказал, что их деянием был пост. Ибо он говорит: «Поистине терпеливым дается их награда без счета». Бисмиллахи рахмани рахим. «Иннама юаффиса бируна аджирахум бигайриль хисаб». Вторая причина поста – это средство одоления врага Аллаха, ибо орудие шайтана, проклятого Аллахом, плотские страсти, и они усиливаются от еды и питья. Поэтому пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каля Расуллай, салаллаху алейхи вассалям, инна шайтан али язир мин ибни адама мазраль дамми фа ясиму маджария биджух». Шайтан подбирается к сыну Адама кровеносными сосудами. Сусти его пути голодом. И поэтому сказал Аиша, да будет доволен ею Аллах, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям: «Дауми фарга бабаль джаннати каля, бимаза каля, салаллаху алейхи вассалям, биджух». «Беспрерывно стучись во врата рая». «Чем?» – спросила Гайша, да будет доволен ею Аллах. «Голодом», – ответил пророк, салаллаху алейхи вассалям. И поскольку пост стал особенным средством одоления шайтана, преградой и сужением его путей, он удостоился исключительности отношением к Аллаху. В одолении врага Аллаха помощь религии к посланнику Аллаха и помощь Аллаха его рабу зависит от его помощи религии и посланнику. Если вы поможете религии и посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то он поможет вам одолеть врага.
и укрепить ваши стопы на поле битвы. Об этом говорится в Коране. Бисмиллахи рахмани рахим. Я айюхаллязина аману ин тансуруллаха янсурукум ва ясбиту акдамикум. А тех, которые усердствовали в познании меня, кто во имя Аллаха боролся против своего навса и шайтана, мы поведем по путям обретения нашего довольства. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллязина джахаду фи саттахдия сахуму сабилуна ва инна Аллаха лямагаль мухсинин. Для кого является обязательным держать пост? Поститься обязательно только совершеннолетнему мусульманину. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: троим не записываются грехи, спящему пока не проснется, ребенку пока не станет совершеннолетним, сумасшедшему пока не поправится. Каля Расуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Руфи галь каляму галя саля асатин. Гани наими хатта ястайкизу, ва гани саби хатта яхталиму, ва гани мажнунин хатта яхкиль. Отсутствие обоснованной по шариату причины, препятствующей поститься или разрешающей разговляться. Причин, разрешающих не соблюдать пост, три. Болезнь, при которой соблюдение поста наносит вред организму. А если болезнь или боль будут настолько тяжкими, что будет вероятность угрозы жизни, такому человеку вменяется в обязанность отпустить пост. Дальние путешествия. Дальним путешествием считается, когда расстояние пути не менее 83 километра. Кроме того, чтобы путнику дозволялось не соблюдать пост, необходимо, чтобы путешествие было дозволенным и продолжалось до конца дня. Тому, кто еще будучи дома, начал соблюдать пост, а затем в течение дня отправился в путь, не разрешается разговляться, то есть прервать пост. Основанием для вышеизложенных двух причин, разрешающих не поститься, служит аят Корана, в котором говорится: «Тот же, кто болен или в пути, пусть восполнит пост в другое время». Бисмилляхи рахмани рахим. «Уаман кана маридан аугаля сафари фагиддатам мин айямин ухар». И третья причина является бессилие поститься. Тому, кто не в состоянии поститься из-за преклонного возраста или хронической болезни, например, язвы желудка, разрешено разглавляться. Поститься обязательно тем, кто физически в состоянии делать это. Поскольку в Коране сказано: тем же, кто в состоянии поститься, лишь с неимоверной тягостью следует накормить бедняка. Бисмилляхи рахмани рахим. Айяман махдудат. Фаман кана минкум маридан ау галя сафари фагиддатун мин айямин ухар. Ва галя лязина ютикунаху фидиятун тагамун мискин. Фаман татавва хайран фахуа хайрулля. В этом месяце есть также ночь предопределения, Лейлятуль Кадр. Это одна из последних 10 ночей. После этого повторяем такбиры и сразу... В этой суре Всевышний Аллах поясняет, что в эту ночь с хранимых скрижалей на нижние небеса был перенесен Коран. Эта ночь дороже тысячи месяцев. А именно в эту ночь ангел Джабраил и другие ангелы спускаются на нижние небеса с повелениями Аллаха. Людям не спосылаются саламы Всевышнего, и продолжается это до рассвета. Об этом говорите в суре Аль-Кадр. Бисмилляхи рахмани рахим. Инна зальнаху филейлятуль кадр. Вама адрака малейлятуль кадр. وما أدراك ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Читается джамаат. Муадзин напоминает нам, чтобы мы встали на намаз. Сразу встаем на намаз. И когда мы встаем джамаат, стоим так, наши ноги поворачиваются, пальцы ног поворачиваются в сторону кыблы. И между ногами поместилась еще одна нога или кулак. Вот примерно вот так стоим. Все повторяем после имама. Если перед имамом мы сделаем какое-нибудь движение, то это не считается джамаат. Все повторяем за имама. Потом делаем намерение. Намерение будет так джамаат.
О Аллах, я намереваюсь совершать гайд намаз, два ракиат гайд намаз за имамом, поворачивая свой лик в сторону Кабы, Каблы. И поднимая рук, говорим, когда поднимаем руки, джамаат, поворачиваем, насколько это можно, в сторону Каблы. И говорим, когда трогаем мочки уш, говорим «Аллаху Акбар». И опускаем руки. Правую руку на левую ставим, держим ниже пупка и читаем «Субханака». Каждый про себя. После «Субханака» за имамом делаем такбиры, поднимая руки. Три такбира. То есть вот так, джамаат. Аллаху Акбар. Полностью отпускаем. Аллаху Акбар. Отпускаем. В данный момент Аллаху Казим Хаджи Акбар объясняет прихожанам про из порядок совершения молитвы. Из скольки рекиатов состоит? Какие действия зачем нужно совершать? И имам читает джамаат Аль-Хам, Сурат Уль-Фатиха и еще одну суру. Мы слушаем имама. Потом имам идет на руку, мы вместе с ним тоже, на сажда, поднимается на кьям, и имам читает суру, и еще фатиху, и еще одну суру. После замма суры имам опять вместе с имамом повторяем три раза такбиры, поднимая рук джамага три раза. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. После третьего раза, не поднимая руки, делаем руку, поясной поклон. И, как обычно, завершаем намаз джамаат. Иншаллах, джамаат начинаем. У кого есть вопросы непонятные, джамаат, насчет намаза, можете спросить. Если нет, то встаем на намаз. Джамаат, выравниваем ряды. Саву суфуфакум валя тахталифу. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Альхамду лиллахи Раббил аламин, ар-рахман ар-рахим, малики яумиддин. Ияка набуду, ва ияка настаин. Ихдина сирата аль-мустакима, сирата аль-лазина ан'амта. Читается сура Аль-Фатиха, то есть первая сура Корана, открывающая. В каждом рекиате после Субханака читается эта сура, а после Фатихи они прочитают какую-нибудь суру из Корана. Затем совершают руку, поясной поклон, затем сажда, земной поклон. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ اللَّهُ أَكْبَرُ
سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله والصلاة والطيبة السلام عليك أيها النبي اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم الفاتحة На этом завершилась праздничная молитва, которая состоит из двух рекиатов в честь окончания поста в месяц Рамадан. Имам и его последователи ее закончили, сделали дуа. А сейчас будут делать такбиры, то есть восхвалять Аллаха. Чем больше, тем лучше. Когда завершается благословенный месяц Рамадан,
а вместе с ними благочестивый пост. Наступает один из крупных праздников ислама, называющийся праздником разговения Гейдуль-Фитр, Ураза-Байрам. Первый день месяца Шауаль является важной настоятельной сунной, суннату Муаккада. Пророк совершил первый праздничный намаз по случаю окончания поста месяца Рамадан во втором году хиджр, переселения из Мекки в Медину, и после этого не пропускал его. Для каждого верующего праздник – это причастность к общей радости единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. Праздник разговения для мусульманина – это прощание с благословенными днями месяца Рамадан. И, оглядываясь назад, он задумывается о духовных приобретениях этого времени. Нет сомнения в том, что мусульмане всего мира имеют особое отношение к месяцу Рамадан. Его любят, его ждут, к нему готовятся, о нем вспоминают, рассказывают. Еще до его прихода по понедельникам и четвергам стремятся соблюдать пост. После месяца, проведенного в посте, о состоянии воспитания воли, когда смягчены сердца, утончены чувства. Праздничные дни Рамадана – это божественный подарок, скрепляющий мусульманский джамаат в едином порыве, в искренней радости. Праздник Рамадан каждый мусульманин стремится найти возможность поздравить своих близких и друзей, помолиться за них и получить ответное дуа. Если в эти дни не удается посетить кого-либо, то письма, телефоны и звонки помогают разделить праздничное настроение. Аллаху акбар ма афтара саимун, Аллаху акбар ма саллял каимун. Аллаху акбар ма саллейта таравих, Аллаху акбар ма адайта ль-масаджида биль-масабих, Аллаху акбар ма закир исма Аллахи билисанин арабин фасы, Аллаху акбар ва лиллахи л-хамд. Альхамду лиллахи ллази ан'ама аля уммати Мухаммадин саллаллаху алейхи вассаляма би ни'мати сиям, ва джа'аля л'айда бахджата аля мадди синина валь айям, амма ба'д. Уважаемые мусульмане, слово «гайд» в арабском языке обозначает повтор, потому что праздник повторяется ежегодно. Праздник окончания уразы называется Днем Вознаграждения и представляет собой приглашение Аллаха к трапезе от Его милости. Слово «праздник», слово «гайд» в священном Коране встречается всего один раз. «Аузу билляхи минаш шайтони раджим», «Каля Иса ибн Марьям», Аллахумма Роббана анзил алейна маидата минас сама и такуну ляна айда. Садак Аллаху л-Азим. О Аллах, Господь наш, низведи нам трапезу с неба, которая будет праздником, айдом для нас. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Зайину агьядакум бикетрати такбир», что означает: «Украшайте ваши праздники повторением слов «Аллаху Акбар», «Аллах Велик». Любой, кто держал уразу, пост как следует и неоднократно повторял слова «Аллаху Акбар», «Аллах Велик» и очищал свои доходы закятом, то на нем совпадут слова Аллаха Субханаху ва Та'аля: «Кад афляха ман тазакья, ва закяра сма Роббихи фасалля». Получил прибыль тот, кто очистился и помянул имя своего Господа и помолился. Это означает, что такой человек является победителем и достоин вознаграждения Аллаха Субханаху ва Та'аля. Рассказывал Анас бин Малик, радыяллаху анху, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в рай не попадут те, кто не держал уразу без уважительной причины, и случилось так, что Аллах не простил его. Обязательно попадет в ад тот, кто отказался ухаживать за родителями, когда те достигли почтенного возраста и нуждаются в его помощи.
Также попадут в ад те, кто при упоминании имени пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, не произносил салават, то есть не говорил саллиллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и да приветствует. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Сауму Рамадан мугаллакум байна самаи валь арды». «Ля юрфагу илля бидакятель фитр». Пророк, алейхиссалям, сказал, что пост, который мы держали, будет висеть между небом и землей, пока мы не подадим садакатуль фитр, битр садака. Как только мы его подадим, наш пост сразу же поднимается к Аллаху субханаху ва тааля. Еще Анас бин Малик радыяллаху анху рассказывал, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям говорил, что у мусульманина 5 праздников. Каждый день, проходящий без совершения грехов, является праздником. Также является праздником день нашей смерти, если в минуту смерти наши сердца полны имана, и нашими последними словами были слова шахадат: «Ашхаду ан ля иляха илля Аллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю». День, когда мы пройдем мусират, день, когда попадем в рай, день, когда мы увидим лик Аллаха субханаху ва тааля. Пророк Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям рассказывал, что в день гайда Аллах посылает на землю своих ангелов, и они зазывают мусульман, обращаясь к ним со словами: «Эй, последователи Мухаммада, выходите из ваших домов к щедрому Аллаху». И когда они выходят из своих домов и отправляются к мечети, Аллах субханаху ва тааля говорит: «Эй, ангелы мои, будьте свидетелями того, что в качестве вознаграждения я дарую мое довольство ими и прошение их грехов тем, кто держал уразу». Также, братья-мусульмане, знайте, что в день Яумуль-Гайд нужно быть особенно внимательными к бедным и сиротам, чтобы они почувствовали вкус праздника. Братья-мусульмане, этот благословенный день является праздником и для тех, кто в этот месяц держал уразу, делал добрые дела ради Аллаха. Этот праздник приносит верующим духовный радостный покой. Этот день является праздником и для тех, кто одаривал своих бедных родственников, собственных детей, соседей и был посланником мира, добра и радости для мусульман. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха азза ва джаль фарада сияма Рамадан, васананту киямаху, фаман самаху, вакамаху ихтисабан, хараджа минад дунуби ка яуми валадатху умму». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Воистину Аллах субханаху ва тааля предписал пост в месяц Рамадан. И моим суннатом является совершение в течение Рамадана намаза тарауих. Тот, кто держал пост и совершил ночные намазы, то есть тарауих, с надеждой на Аллаха выходит из своих грехов, как в день его родила мать». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «После месяца Рамадан наступает месяц Шаваль». Это тот месяц, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, который нам сказал, этот первый день месяца Шаваль джамаат, это сегодня. «Ман сама Рамадан, сумма адбагаху биситти мин Шаваль, кяна ка сауми дахру». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил,
Пуст человека, который соблюдает его во время Рамадана и добавляет к нему 6 дней в Шавале, подобен непрерывному посту. То есть награда за это будет равносильна посту в течение 1 века. Шаваль – это первый из 3 месяцев Ашхур-уль-Хадж, то есть месяцев хаджа. Несмотря на то, что основные обряды хаджа совершаются в 1-е 10 дней месяца Зульхиджа, весь период с 1-го числа месяца Шаваль до 10-го Зульхиджа считается периодом хаджа, потому что некоторые элементы хаджа можно совершить в любое время данного периода. Например, таваф аль-кудум, за которым следует сагх, нельзя совершать до начала месяца Шаваль, но его можно совершить в любой день, начиная с 1-го Шаваля, то есть сегодняшнего дня. Умра, совершаемая до начала месяца Шаваль, не может быть считаться умрой тамадду полноценной, хотя умра, совершенная в месяц Шаваль, может быть отнесена к хаджу. Так что хадж будет считаться хаджем тамадду полноценным. Кроме того, не следует входить в состояние ихрам для хаджа до начала месяца Шаваль. Это макрух, керахат. Вот почему эти 3 месяца названы месяцами хаджа. Особенность месяца Шаваль в том, что он первый из них. Второе благородное качество месяца Шаваль – это то, что Всевышний Аллах избрал его для празднования Аид-уль-Фитр, одного из 2 ежегодных праздников, признанных в шариате. Этот день в шариате создан как знак благодарности за достижение в Рамадан. Этот день является наградой в этой жизни от Аллаха тем, кто постился и совершал другие виды поклонения в Рамадан. Вместо того, чтобы отмечать какие-то события, произошедшие в прошлом, шариат предписал отмечать 1-й день месяца Шаваль, в который мусульмане празднуют завершение величайшего акта поклонения, который они сами совершали. Такой подход напоминает мусульманам, что они не должны опираться только на достижения своих предков, должны сами стремиться совершать благие дела, чтобы достичь довольства своего Создателя. В том, как следует отмечать радостный день у ислама, тоже особый подход. Праздники в других религиях и общинах обычно состоят из череды действий, направленных на получение удовольствия и наслаждения. Весь праздничный день, как правило, проводится в танцах, пениях и играх. В противоположность этому ислам предписал простой, но в то же время благородный способ празднования праздничного дня. В первую очередь для состоятельных мусульман обязательно начинать праздничный день с выплаты садакатуль-фитр в пользу бедных мусульман общины, чтобы они тоже могли порадоваться праздничному дню и не беспокоиться о том, как зарабатывать себе на жизнь хотя бы в этот день. После выплаты садакатуль-фитр мусульманам следует отправиться в какое-либо открытое место, где они могут все вместе совершать праздничную молитву. Мусульмане должны предстать перед своим Создателем и совершать 2 ракиата особой молитвы, благодаря которой они получают благословение от Аллаха и начинают празднование этого радостного дня с божественного благословения. После молитвы мусульманам следует праздновать этот радостный день, не приступать предписанного шариатом границы и ни в коем случае не позволять себе то, что запретил Аллах. Принимая все это во внимание, сейчас мы обсудим особые правила, касающиеся Айд-уль-Фитр. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям,
не спал в ночь перед Айд-уль-Фитр. В хадисе эта ночь названа ночью вознаграждения Лейлятуль-Джаза. Всевышний дарует награду тем, кто провел месяц Рамадан, следуя предписаниям шариата, и все молитвы этих людей принимаются в эту ночь. Поэтому желательно совершать в эту ночь дополнительные молитвы. Передают, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Ан Аби Умамата, радыяллаху ангу, ганин Набии, саллиллаху алейхи вассалям, каль, ман кама лейлаталь гайдайни мухтасибан лилляхи, лям ямут кальбаху, яума тамутуль кулуб». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто бы ни встаивал в поклонение ночи перед двумя праздниками, гаид, надеясь на награду от своего Господа, его сердце не умрет, когда сердца других умрут. Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует в эту ночь совершать настолько много поклонения, насколько возможно, и молиться об исполнении своих нужд и желаний. Перед тем, как отправиться на пятничную молитву в день Айд-уль-Фитр, является сунной совершать следующее действие. Встать рано утром, почистить зубы сиваком или щеткой, совершать полное омовение, надеть лучшую одежду, умастить себя благовониями, съесть что-нибудь сладкое, по пути на праздничную молитву произносит благословенные такбиры. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля Иляха Илля Аллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Валиллахи Лхам. Бараки Аллаху ли валякум бил Кур'ани Л'Азим, ва нафагни ва иякум бил Айяти ва дзикри Л'Хаким, акулу каулу хаза, фастагфиру. Иннаху хуа тавваб рахим. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбару кабиран, вальхамду лиллахи кафиран, ва субхан Аллахи букратан ва асила. Аллаху акбар ма афтара саимун, Аллаху акбар ма саллял каимун, Аллаху акбар ма саллейта таравих, Аллаху акбар ма адайта ль-масаджида биль-масаби, Аллаху акбар ма закер исма Аллахи билисанин арабин фаси, Аллаху акбар ва лиллахи л-хамд. Альхамду лиллахи ль-лази хади, إلى السبيل رشاد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. В данный момент имам Казим Хаджи восхваляет Аллаха за то, что он наделил всех мусульман и всех остальных всеми благами в этот месяц и за то, что у нас была возможность держать пост в этот месяц, молиться в этот месяц и заработать много хороших дел, суаба. أنت التواب الرحيم واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إنك أنت الغفور الحليم. Дорогие братья мусульмане, поздравляю вас всех с Айд-уль-Фитр и желаю, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля принял ваши покаяние и дуа. Дай Аллах, чтобы этот год был лучше предыдущего. Джамаат, перед тем, чтобы поздравить друг друга, я хочу, чтобы мы делали дуа за наших умерших. Расул Хаджи. Аминь, я Раббил Аламин. Аминь, я Раббал Аламин.
Дахир Хаджи, всем мусульманам. Ринат Хаджи, за тех, кто помогает в строительстве мечети, словом, делом, деньгами, всем делай дуа, пожалуйста. Аминь, я раб перу, аминь. Аминь, я раб перу, аминь. Салахаттин эфенди, чтобы Аллах субханаху ва тааля нас спас вот от этой болезни, так называемый коронавирус. И дай Аллах, чтобы умершим от этого дараджа шахидов. Поздравляю всех с своим Яум Лагайд. Саллю аля Расулина Мухаммад. Сколько дней и ночей вы провели в молитве, склоняя главу в прошениях перед Аллахом, укрепляя веру в сердцах, испытывая сердце постом. В этот многозначительный день желаю вам пребывать в торжественной святости, испытать благословенное величие всего замечательного дня. Откройте свое сердце для благих дел, угодных Аллаху, и возрадуйтесь, ибо вы с честью исполняли Его великую волю. Гейд Мубарак, дорогие друзья! Примите поздравления. В этот знаменательный день Всевышний Аллах наполнит наши сердца радостью и счастьем, дружбой и любовью, милосердием и состраданием, направит наши помыслы на добрые деяния. Пусть этот светлый праздник Рамадан станет для вас широкой дорогой к укреплению веры. Пусть молитвы ваши будут услышаны и приняты Всевышним, а щедрость ваша вернется вам ценнейшими дарами, здоровьем, любовью и семейным благополучием. Позвольте искренне поздравить вас с днем окончания месяца Рамадан, праздником Ураза Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет ваши молитвы. Позвольте пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья. Исмахули беситкин ан атаманна лякум нихати сагидати лишахри Рамадан. Лишахри Рамадан аль-Мубарак. Гуд лятан гейдель фитр. Исмах лихаз аль-Яу Мубарак. Ан ятакаббаля Аллаху салятикум. Ва исмахули ан атаманна лякум ас-сабра. Аль-Мусабиратин вас-сагада. Для вас трансляцию праздничной молитвы провел телеканал Архиз-24, комментатор Мадина Хаджи Мамаева. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятху. Мир вам, благословение Аллаха и Его милость. До новых встреч!